Красные человеки на красном диване. На красном диване. Прекрасно диванные разговоры. Ну что ж, дорогие друзья, доброе утро. Доброе утро, доброе. Собственно говоря, у нашей гости уже здесь, в студии. Мы их приветствуем. Итак, на красном диване сегодня сидят Давид Арутюнян, основатель и учредитель компании «Глобинг». Бурные аплодисменты в студии. Они звучат. И Ваэ Газарян, менеджер по маркетингу или маркетинг-менеджер компании «Глобинг». Доброе утро. И опять же аплодисменты. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Пожалуйста. Вам спасибо, что пришли, пробились сквозь пробки, да? В такую жару. Что там на проспекте Баграмяна? Митинг был какой-то? Мы там не проезжали. Я не видел. Левченко! Ну ладно, это ладно, все Левченко. Вы? Она говорит, на Баграмяна страшные пробки, ребята опаздывают. А ты обманывал? А мы, значит, радиослушателям говорим, что на Баграмяна страшные пробки. Не, на самом деле так оно и было. Все поехали поздравлять Сержа Азатовича, у него сегодня день рождения. Кстати, у вас есть уникальный шанс поздравить президента в прямом эфире. Поздравляем. Отлично. Мы тоже поздравляем. Так, знаете, лаконично, быстро. Скромно. Потому что в глубинке все быстро происходит. Давайте начнем, значит, с Давида. Давид, вот когда говорят отец-основатель, это, мне кажется, такой, должен быть седой дядя уже в возрасте. А тут молодой парень. Расскажите, как вы основали глубинг, что произошло с вами, что в этот день, собственно говоря, случилось, вот как идея появилась? В этот день нужно было купить запчасть для автомобиля. Искали ее пару месяцев. Потом нашли, оказалось, что ее нужно заказывать, что ждать 3,5 месяца и платить $450. За доставку? За деталь. За деталь, так. А в Америке она стоила $72 на тот момент. И тут вас осенило. И было очень неприятно. И нет. Да, было очень неприятно, что все, что возможно и доступно для тех, кто живет, например, в Америке. Для чернокожих, давайте называть вещи своими. Для чернокожих жителей Америки за $72, а для нас... Это чернокожих армян. Да, а для нас арийцев практически. Да? Простите меня за мой бытовой расизм, пожалуйста. Но это так, да. И что? Потом поехали в Грузию, там уточнили, там оказалось, что дешевле, $400. То есть ничего не изменилось. Слушайте, вы сделали такой мониторинг, да? В каких странах? Нет, мне просто интересно, через сколько месяцев Давид до Америки доехал? Я? Так, ну за да. За два дня. То есть, а потом поехали в Америку все-таки? Не, я на тот момент как раз вернулся из Америки, жить в Армении. Ясно. То есть, вот так вот, на самом деле, из-за банальной детали для автомобиля родилась такая глобальная идея глобинга, идея о том, что в Ереване, сидя на диване, можно покупать товары, которые доступны по всему миру, они будут доставлены вам по адекватным ценам за адекватное время. Да. В общем, да, идея на самом была деле такой. Это очень удобно. С чего? Стремительно. Ну, говорят, выживают те идеи, которые созданы людьми, которые сами с ними столкнулись. Побывали в шкуре вот этого. Пользоваться тем же продуктом. Скажите, есть, Давид, итак, вот, а какие были сложности, трудности? Что было просто, что было непросто? Ой, сложности было очень много. Так. Ну, просто и самое приятное было то, что люди быстро начали привыкать к новой культуре шопинга, да? И быстро начали учиться и принимать то, что новое. Давид, скажите, пожалуйста, такой вопрос еще очень важный, он уже интересует радиослушателя. Пишет нам радиослушатель: Давид Арутюнян, я так понимаю, не олигарх. Насколько легко было стать, скажем так, зачинателем бизнеса в Армении, не имея крышу, волосатую лапу. Но имея определенное, то есть, ну, да, ну, об этом я не будем. Я вам скажу, что вообще никаких сложностей не было. То есть, вчера тоже у нас в ТУМО презентация была, и первый вопрос был, а как все-таки в Армении вам, у вас это получилось, так, и так далее, да. А кто вам мешал? Я говорю, если отвечу, буду звучать как Анра Петакан, но так. Никто нам не мешал, и все было очень хорошо. Никто даже, прям не мешал? Даже наоборот. Помогали люди? Ну, те объемы, которые у нас сейчас появились, начали с 20 orders в начале года, и сейчас у нас 730-750 заказов в день. В день? В день.
И чтобы это все успеть сделать, нам нужны были очень серьезные технические переработки. И таможня даже серьезно помогла в том, что сейчас уже... Ребята, видите, в нашей стране государство идет навстречу среднему предпринимателю. Молодым, молодым, красивым, эрудированным, заводным. Ну что ж, хорошо, хорошо. Тогда вопрос ВАЭ, следующий тоже от радиослушателей, как-то они быстро подселились к разговору, к диалогу. Спрашивают, что больше всего заказывают? Одежда, электроника, автозапчасти. Одежда на первом месте, одежда, да? Одежда на первом месте, да. Так. Обувь. Это очень выгодно, потому что элементарно обувь заказывать, это стоит 2,5-3 тысячи драм из Америки сюда. Доставка. Доставка, да. Угу. А стоимость обуви может быть в 3 раза дешевле, чем тут. Мы говорим о брендовой, о достаточно... Брендовой. Вот у меня Томми есть, они стоили $120 в Армении, я их купил за 35. Пожалуйста. Вот так вот. То есть вот сейчас вы во всем заказанном ходите? Да. Ну, конечно. Включая нижнее белье. А мы как лохи. Вот, называй вещи своими именами. Да. Ты про трусы или что? Ну, я вот, да. Или вот, мы как лохи, что ты? Где можно встретить Глумова? На Фердуси. Вот. Покупай себе трусы. На Фердуси, трусы. На самом деле, дорогие друзья, трусы надо покупать в Глобинге. Слушайте, ну да там... И не трусы. Только. И не только трусы. Да, и трусы тоже. Да, у нас есть рекламный ролик, в котором мы говорим, что можно купить все на Глобинге, кроме квартир, крылатых ракет и победы на Евровидении. Это действительно так? Скажите, а какая... Крылатые ракеты — спорный вопрос. Понятно. А самая крупная покупка? Вот автомобиль можно купить? Были автомобили, да. Ты автомобиль тоже доставляете? Да, несколько автомобилей было. Слушай, то есть вообще никаких проблем. А как вот эта структура и схема работают? Вы с кем-то договариваете? Как это вообще? Ну, тут самое главное, таможня договориться. Или это секреты бизнеса? Не-не-не, у нас склады в 5 странах. То есть в Америке, в Англии, в Германии, в Китае и в Москве, в России. Так. Принцип очень простой. Когда клиент регистрируется на нашем сайте, он получает свой собственный адрес во всех этих странах. Uh-huh. Регистрация бесплатная. Собственный адрес — это как бы своя квартира в этих странах. Да? То есть обычный нормальный адрес. И после этого, скажем, делает покупку на Амазоне и вместо шиппинг-адреса заполняет свой адрес... Американский. Доставки. Да, uh-huh. Адрес доставки. И все, больше ничего ему не надо делать. И мы автоматически получаем его покупку на нашем складе. В Америке. И оттуда уже доставляете. И оттуда перевозим за несколько дней в Армению. Отлично. Ясно, ясно. Слушайте, но вы, конечно, следите, да, за своей динамикой развития? То есть, по сравнению, скажем, с прошлым годом, у вас скачок? Ну, ты представь, 14, у нас сколько? В общей сложности у нас вот на Фейсбуке, скажем, в общей сложности появилось примерно 150 тысяч фолловеров, что огромный результат... Для Армении. Для Армении, да. Около 65 тысяч зарегистрированных пользователей. И в день в среднем у нас регистрируется больше 100 новых клиентов. Скажите, ребята, у вас есть конкуренты реальные? Или вот вы прям самые-самые-самые, и все остальные потом где-то там? Хотелось бы так говорить, но и конкуренты есть, но и мы самые-самые пока что. Давид, а скажите мне, в чем разница, если я на самом деле вот буду заморачиваться и сам там что-то буду покупать и так далее, то есть в обход Глобинга, ну как в обход, я сам зайду на Amazon, там еще зарегистрируюсь, куплю, или же мне все-таки лучше вот через вас? А не получится, Amazon не доставляет в Армению. А вот так вот. Не, ну подождите, но есть другие. Да, сразу. Но есть вот компании, которые доставляют все-таки. Ну, некоторые продавцы eBay доставляют, но доставляют намного дороже, чем мы. Раза в три. По сравнению с вами. Раза в три. А остальные большинство не доставляют. То есть все-таки лучше обратиться к вам. Скажите, а если я боюсь, не доверяю и так далее, и вообще не умею ничего делать, можно прийти куда-нибудь к вам в офис, чтобы красивая девушка помогла мне зарегистрироваться, выбрать джинсы, посоветовать, вот это все сделать. Как оплату производить, да, можно. Вот про это подробнее. Естественно, у нас уже... Поближе к микрофону, этот вопрос интересует всех. Естественно, можно подойти к нашим сервис-центрам и на Маштоца, и на Кочара. Маштоц 43, поблизости с Пончиканоцем. Да, знаем. Да, и на Кочара ближе к Борса Айшенг. Да. Да.
Кочарова, имеете в виду улицу? Улица Галяча Кочарова, параллельно Комитасу, чуть выше Банджанзи мост. Да, да, так находится. Там можно подойти, естественно, красивой девушке, объяснят, как пользоваться нашими услугами, и даже помогут в этот момент, если что-нибудь, какие-то вопросы в этот момент возникнут. Оплата у нас происходит в двух случаях. У нас два вида сервиса. В первом случае вы просто покупаете в иностранном магазине, а доставку платите нам. Так. На наш баланс можно заполнить любыми картами, мастер, виза, а также через Telcel, либо через наличными у нас в кассе. Угу. Вы, то есть, принимаете оплату только за доставку вы, или можно оплатить также за товар? За товар — это другая услуга у нас, которая тоже есть. Это называется «Купи вместо меня». Да, да. Вот это для тех людей, у которых нету карт, или они не умеют покупать. То есть, если Дима решил купить себе джинсы Levi's, он может прийти к вам? Он может не приходить даже. Да. Я могу из дома. Он может из дома зайти на наш сайт, у нас есть специальный раздел. Деньги куда? Через ближайший Telcel на его счет. Угу. Отлично. Отлично, ребята. Ближайший... У Дима рядом есть. Телсел есть. Да. Счет, самое главное, есть. Есть. И голубик уже есть. И джинсы. Просто выбираешь джинсы, отправляешь нам ссылку. Все. Все, дорогие друзья. Все на самом деле очень просто. Все очень просто, на самом деле, да? Так, опять же, интересует радиослушателей, гарантии какие? Вы даете, вот я купил джинсы. Ну, не я, а человек купил джинсы. Гарантии того, что вы со своей стороны, понятно, что гарантируете доставку в какие-то сроки. Вот, а за качество товара кто отвечает? Если покупка была сделана через нас, то есть человек подошел к нам или онлайн нам выслал ссылку, так. Мы отвечаем за то, что чтобы он заказал, то и получил. Так. Ага. То есть, если, скажем, он заказал синие джинсы, а пришли там черные. То тогда мы ведем все переговоры с продавцом. Чтобы поменять цвет джинс. Так. А если он самостоятельно это делает, то вы только гарантируете просто доставку. То есть мы даже не знаем, что в коробке. Что в коробке? Мы гарантируем то, что все, что дойдет к нам, дойдет к нему в целости и сохранности. Спрашивают, зачем нужно приходить за посылкой в офис? Обязательно ли это или можно доставить также на дом? Ну, насколько я очень знаю. Интересный вопрос. Смотрите, самое главное, что изменилось за последние 2 месяца, это то, что до этого, когда человек получал посылку, он либо должен был прийти к нам, подождать минут 5-7, пока наши консультанты все это зарегистрируют в разные программы, программу Customs, таможни, ввести номер паспорта и так далее, и так далее. Только тогда человек мог взять посылку и уйти. А если нужна была растаможка, то тогда это бывает очень... малых случаев. Но если нужно, бывает, посылка остается на таможне, человеку нужно идти на таможню, растамаживать, платить брокеру, платить за склады и так далее, и так далее. Сейчас все это уже изменилось. То сейчас программа работает совсем по-другому. Человек просто получает имейл, что его посылка пришла, и можно заказать или доставку на дом, или если она подлежит растаможке, то нужно платить, там, скажем, 10 тысяч драм за растаможку. Так. Если посылка стоит 250 тысяч драмов, по закону первые 200 тысяч не растамаживаются. То есть растамаживается только 50 тысяч драм. И 22,5%. То есть получаешь имейл, что нужно платить 10 тысяч драм. Заходит человек в любой банк, платит эти 10 тысяч, приходит к нам или идет обратно домой и заказывает доставку на дом. И все, это занимает сейчас 20-30 секунд, не больше. Вот это наши терминалы новые, которые вот инновационные, мы почему их называем наших роботы, Джорджбады. Наши клиенты получают вот такой имейл. Посылка в Ереване. Приходи, забирай. Приходит, сканирует, через 20 секунд выезжает своя посылка, берет, уходит. То есть за 20 секунд мы успеваем автоматически проверить и паспорт, и таможенный, если что есть, что нету, и все вопросы. Выдать это с упаковочкой, с целлофаном. Берет, то есть там огромная, очень серьезная программа работает. С улыбкой и с хорошим настроением. Вот вы уже уходите это оттуда. 21 век, дорогие друзья, в Армении. И она вся создана в Армении, кстати. Да, серьезная, это все. Это софт армянский. И софт армянский, и хард армянский. То есть там
общем, огромная работа сделана. Отлично. Вот видите, что значит поддерживать местный бизнес. Это вот не только просто доставка чего-то откуда-то, а также поддержка местных айтишников, роботов армянских. Побольше роботов армянских. Да, да. И жирафов. И жирафов армянских, да. Ну, кстати, наверное, когда разбогатеете, подарите жираф зоопарку жираф. Еще я хотел сказать, если можно, да? Я хотел поблагодарить наших клиентов, потому что интернет не мы придумали, онлайн-шопинг тоже не мы придумали. То есть люди были ко всему этому готовы, мы просто сделали это все немножко удобнее. Ну, это здорово. Клиенты оказались настолько... адекватными. Адекватными и умными, и быстро учащимися. Угу. По сравнению с другими странами, где эта отрасль развита 15-20 лет, да. 12-15 лет, мы намного быстрее растем. То есть мы уже, скажем так, в кавычках, акклиматизировались к этому, и на самом деле все в порядке, и люди больше доверяют, и понимают, что шопинг онлайновский, он гораздо выгоднее, и так далее. Да, начинают... Можно сказать... То есть эта тенденция растет, то есть мы как бы видим рост. Ну, это хорошо. Скажите, а это меня лично интересует. Книги тоже вы доставляете из Москвы? Все что угодно, да? Все что угодно. Слушайте, а произведение искусства? Вот есть и такой вопрос. Скажем, если есть лицензия на... Проблем до сих пор не было, даже вопросов не было, но это все ограничивается законами тех стран. То есть авторские права и так далее. Да. То есть если нету никаких незаконных... Но были у вас претенденты какого-нибудь серьезного художника, скажем, из Европы? Мы же не знаем. Они же не знают, что в посылке. Ах, вот оно что, да. Через нас не покупали. Через нас, что самое странное, покупали, это была еда для улитки. Еда для улитки? Значит, все-таки мне знаете, что было внутри. Мне казалось, что это странно, а сейчас моя дочка каждый вечером салат готовит для улитки. Не, на самом деле, если ты делаешь заказ с помощью ребят, то тогда, ну, то есть глобинга, то они знают, что внутри, если нет, то... Слушайте, а улитки разве не едят наши виноградные листья обычно? Это этот вид. Улиток, на самом деле, очень много. Только это специальный. Да, которые едят в ресторанах. Или это были стероиды, да, улитки, не знаю. Я точно знаю, что едят улитки, потому что у нас они сейчас дома есть, то есть за ними следит, то есть там салаты. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот, глобинг, можно заказать все, начиная от еды до улиток и заканчивая самым крутым, самым дорогим автомобилем, который еще вчера был на швейцарском автосалоне, доставят вот. Упаковочки в течение 20 секунд можно получить в одном из двух офисов. Он уже приедет в течение 50 дней, да, насколько я знаю? 50 рабочих дней мы уже доставляем до Армении, но у нас сейчас... Опыт такой получается, что в основном где-то это неделя-полторы. Неделя-полторы. Пять рабочих дней. Вот, пять рабочих. Да, не 5-10, а 5-10. Вот, это немаловато. Да, да, это очень важно. Академик, спасибо, что ты нас просветил. Ну что ж, напомню, что у нас в гостях были замечательные люди, основатели и учредители компании «Глобинг» Арутюнян Давид, дорогие друзья, собственная персона, и маркетинг-менеджер компании «Глобинг» Газарян Вагэ, которые рассказали нам про «Глобинг» и ответили на вопросы. Спасибо за приглашение. Радиослушатели, вам спасибо. Пожалуйста, вот, будут новости, обязательно делитесь с нами. Ну а мы вам желаем, чтобы у вас было столько заказов в день, чтобы появилась головная боль в виде того, что пора открывать третий офис, четвертый, пятый. Ну и чтобы вы пошли уже и в регионы, потому что Армения — это не только Ереван. А мы доставляем в регионы. В конце этого года мы уже собираемся выйти на другие рынки, то есть в другую страну. Другую страну? Даже так. То есть будет международный армянский бизнес? Да. Да. А это отлично. Уже конгломерат. Вот так вот, Академик Макарчан, вот. Надо же, вот видишь, не заказывал ты в свое время глушитель для автомобиля, а надо было. Вот. Да, вот. Да, да. Иногда... Все началось с глушителя. Этот глушитель должен стать раритетом в главном офисе. У меня с радиатором. Или радиатором. Ну, радиатор, да. Можно висеть в офисе. С чего все началось, да? Рамочки. Ну что ж, а мы уходим на рекламную паузу, после которой, скорее всего, начнем с вами уже потихоньку и помаленьку прощаться. А пока мы говорим до свидания Давиду и Ваге, и желаем глобингу процветания, удачи, успехов. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Да. Вот такие пироги, реклама на Радио Ван. Ура!